ты жив. В храме были люди. Их лиц я не видел. И... Геродот. Они управляют Грецией. Всей Грецией. Ясно. Дурные вести. И еще. У них есть она. Есть кто? Воин. Я не видел бойца сильнее и свирепее. Геродот, это моя сестра. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копье. Да-да. Копье! Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас, тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? Это полководец, что возглавляет Делосский союз, противостоящий Спарте. Говорят, он жесток. Союз никому не противостоит. Перикл — человек мира. Ему навязали эту войну. Как и всем нам. Полководец не хочет войны? Это вряд ли. Перестань. Он хочет закончить войну. Как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать? Ее надо найти. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью! Твой долг — защищать Грецию. Наш долг. Предупреди Перикла. Но моя мать! Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подле Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде... Нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе. Но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний культист.
Что, Нарсофекло?
Добрый день. До скорого. Только лучшие товары. Thank you.
Увидимся. Опасное место.
Тут наверняка есть охрана. Бдительные стражники. Yeah!
попробую найти укрытие. Ищу укрытие. Ugh!
Нужно действовать осторожно. Да!
Yeah!
Нужно отнести эту шкуру Дафне. Заблудился? Твоя свинка мертва. Держи. Без сомнений, ты знаешь свое дело. У меня много талантов. Будь уверена. Ох, вот как. Что ж, когда-нибудь мы непременно это проверим. Да? Что у тебя на уме? Много чего. Но вернемся к делу. Есть особые звери. Звери из другого мира. Боги прислали их сюда, чтобы испытать нас, наши силы. Ни смертные, ни боги не могут помешать мне в достижении целей. Посмотрим. Что именно мне нужно сделать? Докажи Артемиде, что ты достоин. Выследи и убей этих существ. Мне не нужно ничего доказывать. Какова награда? За каждую звериную шкуру тебя ждет дар Артемиды. Если же тебе удастся убить всех существ, скажем так, дочери Артемиды взглянут на тебя по-новому. Ладно, сделаю. Сколько всего животных мне нужно убить? Артемида приготовила 8 испытаний. С одним ты уже справился. Убей оставшихся зверей. Как я узнаю этих зверей? Хо, ты поймешь. Принеси мне шкуры. Я и мои сестры будем ждать тебя. Я надеюсь, ты не заставишь нас ждать слишком долго. Thank you.
Thank you.
Мрут как мухи. Хорошо. Погибнуть в бою это одно. А если тебя убьют просто так? Ну уж нет. А, ты вовремя, Мистий. Мы хотим напасть на границы Спарты и ищем тех, кто поможет отправить этих псов в Аид. Разделишь с нами победу? Мой клинок ваш. Ты получишь часть добычи. После победы! Yeah!
Yeah!